Здесь может быть ваша реклама. Топ 7 похудевших телезвезд. Привет, друзья, с вами интересная инфо. Оказывается, многие ведущие нашего ТВ в начале своей карьеры весили намного больше, чем сейчас. Вот 7 историй самых заметных преображений. 54-летний телеведущий Владимир Соловьев не всегда был таким крепким и спортивным мужчиной. Он похудел со 150 до 80 килограмм. Избавлялся от лишнего популярный ведущий с помощью профессионального диетолога. 32-летняя ведущая телепроекта «Танцы» набрала вес после того, как ушла из большого спорта. Но известная гимнастка отличается выработанной годами силой воли, поэтому похудеть ей не составило труда. Теперь Ляйсан Утяшева строго соблюдает диету и регулярно тренируется. 34-летняя ведущая «Дома-2» после вторых родов быстро пришла в форму. А все потому, что Ксения Бородина постоянно следит за питанием и занимается спортом. Она всегда была склонна к полноте, но стать худышкой решила только после первых родов. 46-летний ведущий Андрей Малахов сейчас в идеальной форме, благодаря тому, что еженедельно тренируется в спортклубе с индивидуальным тренером. 2-3 раза в неделю занимается аэробными нагрузками. 55-летняя Сваха похудела с помощью пластической хирургии и не скрывает этого. Роза Сибитова довела свою фигуру до совершенства с помощью лучших пластических хирургов столицы. Кстати, тоже способ похудеть, омолодиться и добиться фигуры мечты. Но канал «Интересная инфо» не советует прибегать к таким методам. 39-летняя телеведущая говорит, что с детства была крупной. Школу оканчивала с весом 75 килограмм. Потом располнела еще больше. А когда решила похудеть, то сделала это экстренно, сбросив за полгода 40 килограмм. И заработала дисфункцию щитовидки. Хорошо, что вовремя прошла курс лечения и спасла организм. 40-летняя телеведущая теперь легко помещается в 46-й размер одежды. За год Чехова сбросила почти 30 килограмм. Анфиса говорит, что отказалась от вредных продуктов. В первую очередь она перестала есть свинину и все жирное. Друзья, если хотите приобрести идеальную фигуру, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. Наши подписчики могут задавать любые вопросы. Всегда поможем советом. Как всегда, спасибо за просмотр и до встречи!